Итак, привет, привет тебе, мой маленький хейтер на ваших экранах, Стражи Галактики, мы продолжаем. Мы пытаемся спасти Дракса, у него там проблемы с головой, его немножко под свое влияние монахи космически, так сказать, подвергли, вот, поэтому давайте посмотрим, чем это все закончится. Так, ребятюшки меня ждут, все, я иду. Ты знаешь про этот коридор, Мантис? Я ж там с ребятами здоровался. Вы ждете, а я вот... А я вот здороваюсь, так. Ты, Все целы? Тут совершенно ничего не видно. Да, дело дрянь. Так, что там насчет вариантов, где мы погибаем? Я есть Грут. А что, так можно было? Я есть Грут. Говорит, он не любит выпендриваться. Спасибо. Я есть Грут. Не буду я им рассказывать. О, точно. То самое. Ты рассказываешь в темноте. Это очень важно. Нет, не важно. Молчи! Я есть Грут. Ракета, мы тут все свои. Да нечего рассказывать. Просто в лаборатории, где меня держали... Ставили эксперименты. В баках с водой. И это было ужасно. Эксперименты по сенсорной депривации на полусвете. Слышала об этом. Сенсорная депривация — это, считай, еще праздник был. Так вот почему ты не любишь воду. Мять. Я и не знал. Это все не важно. Не люблю мокнуть и все тут. Так, а нам, ребят, ну, что-то, да? Мы будем тут болтаться в темноте. Это как метафора. Физическая темнота – отражение того, где сейчас находится разум зеленого Слюки. Мы можем вернуться, следуя за Грутом, а потом поищем выход. Просит держаться ближе к нему, он хоть подсветит. Я понимаю, я не понимаю, куда нам в темноте идти. Звучит-то, конечно, хорошо. Но хотелось бы отсюда выбраться. И выбраться живыми, а тут пока вариантов нет. А, вон туда. Подожди. Возможно, нам нужно было просто вниз. Грут, ты справишься? Все будет хорошо. Он же такой сильный. О, это место. О. Так, только меня уже достали фразочки мисс Тонкие намеки. Милая, я тебя умоляю. Тут уже хотя бы посветлее и по суше. Вот и хорошо. Мантис, ни о чем не хочешь нас предупредить? Я пытаюсь вспомнить. Кажется, дальше начинаются странные. Ай, опять этот стрёмный туман. Так, кто? А он где? Да, тут есть. Пока не исчез. И как это понимать? Не ви... Опять Хеллрейзер. Точно. Только это не они, а те гады с глазами из зоны. Я точно слышу хеллрейзеров. Ошибаешься. Это гады с глазами. Я не знаю. Гамора права. Мы здесь уже видели громил Хеллбенда. Так, а это почему так? Я слышал другой. Клинок тебе в горло! Так, давайте немножко полетаем. Ракета, пожалуйста. Тут проблема, я думаю, в тумане. То есть о чем мы думаем, эта пещера нам и показывает. Становится виден выход. Странно, словно у этого места есть собственная воля. Не воля, сила. А я так и говорил. Ни у кого больше нет дежавю. С этим туманом все одинаково. А звучит по-разному. Это же те же лесы Кнарпа. Вот откуда толстячок была. Это корпус Нова. Я слышу голоса. Ты что, уже летят монстров на слух? Так, я лучше корпус. Я слышу голоса, как тогда, когда нашел шлем на базе Нова. Оба спятили. Лучше уж с корпусом Нова, да, побороться? Не важно, кто это прав. Нельзя доверять своему слуху. Это место какое-то абсурдное. Thank you.
Да, с корпусом нового бороться попроще будет. Ну да, так оно и есть. Зато мы можем отсюда выйти. Ну давай, третий раз. А вернуться можно? Я даже не знаю, куда мы вернемся. Так, а вот теперь это те прыгающие глаза из зоны. Без вариантов. Я не буду спорить, кто-то явно с нами добавляется. Ага. Читал ли? Ну ты вообще даешь. Это уже поклеще Гаморы. Давай, жуки из зоны или Читаури? Давай Читаури. Согласен с другом. Это Читаури. Мне эти твари в кошмарах снится будут. О, вот это хороший вариант. Так, давай вот так попробуем. О, так она с одного раза их вырубила. Насколько здесь глубоко? Бесконечно. Или это замкнуто? Туман зовет, мы откликаемся. Ну, может, нам сюда? Я не хочу просто драться со всеми подряд бесконечно. Как он это делает? Не он. Мы. Нет, это все не может быть реально. Дрались мы с ними вполне реально. Дело в тумане. Читаури или Хеллвейзер? Давай Хеллвейзер. Подхвосты, что в последнее время пытались нас убить. Совпадение? Я однозначно слышу громил леди Хеллбенда. Запусти! Как нож в масло! Я вижу! Мы стоим в молчании! А-а-а! О, все, я понял. Блин, я допёр, она же нам сказала, мы стоим в молчании, мне не надо было ничего говорить. И мы бы быстрее, наверное, здесь прошли. А я постоянно делаю выбор. Нельзя продолжать. А что нам прикажешь делать? Не слушать? Нет, это всё не может быть реально. Дрались мы с ними вполне реально. Дело в тумане, он издаёт звуки. А то, что они звучат, как все подхвосты, что в последнее время пытались нас убить. Совпадение? Издачок прав. В чем прав? А вот и новый выход. Нам показалось? Не знаю. По-моему, все это как-то связано с этим туманом. Стоит вам назвать врага, как он тут же его вызывает. Так нам нужно было просто молчать? Ну, конечно, от вас дождешься. Я видела столько версий нас, сражающихся со столькими врагами, но их источник, он еще не побежден. Короче, с этого момента всем смотреть в оба и молчать в тряпочку. Туманная сущность временно отступила. Пока опасности нет. Жукоглазка, не в обиду будет сказано, но я уже не понимаю, что ты там бормочешь. Так этот туман еще и сущность? Да, вроде. А, я согласен с ракетой. Стрёмные пещеры и поиски непонятно чего, это еще ладно. Но этот туман, это уже перебор. Я так тебе сочувствую. К счастью, поворачивать назад уже поздно. Повернуть назад никогда не поздно. Поворот назад — наш коронный ход. Она права. Из комнаты с туманом нет другого выхода. Идем вперед или погибнем. Ура! Блин, а вообще по-хорошему можно же у тумана попросить что-нибудь интересное, правильно? Так, блин, я... Надо мне вспомнить ветер. Вот так вот! В одном из вариантов от нас остается мокрое место. Супер! Ай-яй, вы слышали? Нет, что там? Дай угадаю, опять спускаться? Если хотите спасти драм и всю галактику... Подожди, у меня тут интересные няшки-вкусняшки. Так, там я не вижу. Я, судя по всему, пропускаю очень сказать, много костюмов. Я знаю, что если мы поможем зеленому злюке, у нас будет шанс. Космические энергии перестроятся,
тебе откроются новые возможности. Пушистка, да. Непонятно. Это да. О, лицо. Здравствуйте. А этого я не помню. Ладно, ладно. Слушайте, братцы, я благодарен вам за то, что вы сделали для меня. Я про воду там. Но плестись за букашкой дальше вглубь — это полная глупость. Ракета. Не. Туман. Хряки. Мокрая вода! Так-то все водопады. Не-не-не-не-не-не-не! Нет, нет, Квилл! Она даже не в курсе, где мы! Она не в курсе, куда мы идем! Она не знает, что мы ищем! Мантис, горячо, холодно. Комнатная температура. Ну все, все! Это бред. Она, вероятно, бред. Но не в ней же дело. Дело в нас. И я вмять горжусь нами. Столько усилий мы еще никогда не прилагали. О, в этом варианте ты их вдохновляешь. Только вдумайтесь, с кем вы были в начале. Ну, ты был ободранным пиратом, что от дерева сбежать не смог. Именно. А ты был охотником за наживкой. Таким же ободранным, таким же порочным, эгоистичным. В бездумной гонке за юнитами, бары, контракты. Банки грабят. Кое-что я и сейчас люблю. Я тоже. Но мы сюда не за этим пришли. Так? Ты надираешь задницу ради Дракса. Не Дракса-разрушителя, не Дракса-преступника, а Дракса, нашего друга. Ты, Гамора, ты прочесывала галактику, охотилась за головами, чтобы отомстить и, подозреваю, выбирала для этого самые болезненные способы. Но согласись, это так здорово. Стараться ради того, кто тебе дорог. Это так приятно. А Грут? Он сказал, можешь не... Нет, я закончу. Нам есть чему поучиться у тебя. Ты не жалуешься? Или я не секу этого, но я просто уверен, что это именно так. Ты всегда готов помочь. И в этом вся суть. В нас. Как команда мы растем. Пошли за чеканутой в пещеру смерти, чтобы помочь своему другу. Мы команда. Нет, мы семья. Мы с вами вмять Стражи Галактики! Да! Мощно задвинул Квилл. Так, подожди, подожди. Жалко было. На тебя прямо вдохновение снизошло. А мы их точно сможем победить? А, ну они слабенькие довольно-таки. Увы, он может сделать только злую версию. Найди проход на статую, звездочет. Мне нужно остановить изнутри. Видно, ты понял? Да, что-то насчет статуи. Я понял, мне понравилось просто саму воевать. Так, проход статуи. Так, подожди. Нужен проход внутрь. Ваши тени не остановить! Их невозможно убить! Вы должны уничтожить источник! Это токи наше лицо! Подожди, я хочу повыше. Так, ладно, гигантское лицо. А, вот-вот, я нашел. Ракета! Надо просто взорвать статую изнутри! Квилл, это пятый проход, наполнил водой! Отыщи мне другой! Чувак, неловко просить, но... У нас тут лаз. Это для меня-то просто. А кого мне просить? Нет. Ракета, что в как? Ни за что. Всегда могу на тебя положиться, Гамора. Жду подходящего момента. Береги! Окей.
могу забраться! Ракета, давай. Открывай эту штуку ко всем чертям. Питер, я не знаю, сколько еще смогу отбиваться. Вообще, я очень невнятно как куда-то там бегал. Вот так. Ну как вам? Сработало. Должно было сработать. Так почему ты не сражаешься с ними? Нами, с ними. Источник наполовину уничтожен. Пушистый должен будет жить на тебе. Так умять. Нужно заложить ее глубже. Квилл, найди мне другой проход. Да подожди, сейчас я посмотрю. Приятно видеть, что ракета, нужен еще один взрыв. Нет, нам вода, Квилл, я не могу. Ты же знаешь, я не могу. Ракета. Нет, нам это дерево, когда ты это закончится. Нужно бомбануть статую! Да я в курсе, что нужно бомбануть статую. Уничтожим, ракета! Мы проигрываем! Тут нужен еще один мощный взрыв! Я просто не понимаю, куда мне нужно. Труд, эй, ты нас слышишь? Давай, кровище! Оно так и будет продолжаться! Они будут сражаться, пока мы не уничтожим источник полностью! Ракета, я серьезно! Ты должен взорвать эту штуку изнутри! Ракета, пожалуйста! Нет! Лучше умереть в пустой руках! Чему-то ну! А как насчет не умирать? Есть такой вариант? Прости, ладно! Я не могу! Блин, ну ракета, у нас нет вариантов. Вообще очень невнятное задание. Ну же, ракета, у тебя все получится. У него не получится, да, мать? Мать! Я не знаю! Минус один! Так, а это я смогу? Ошалеть! Все еще жив! Ты что, рисковал ради нас? Если товарищ влип... Товарищ! Ракета, брат! Да ну! Идем спасать Дракса, что ли? Тепло. Совсем, совсем тепло. Она полагает, мы туда прыгнем. Я, может, и не знаю, что мы ищем. Но знаю, оно внизу. Ладно, чего тянуть? Зря я, что ли, до нитки промок. Так. О, да! Это именно то место! Я была почти уверена, что оно где-то тут! Ты поняла, что мы здесь ищем? Что-то печальное, потерянное, пытающееся похоронить прошлое.
Если оно здесь. Хвостом чую, скормит оно нас какому-нибудь чудовищу. Нам быть готовыми к драке? Наверняка. Ведь вы не больно-то сильны в разрешении конфликтов мирным способом. Плевать, что там внизу. Если это поможет вернуть нам нашего кататианского ворчуна, я прыгаю. И вы, надеюсь, тоже. Ну, народ, стражи галактики мы или погулять вышли? Это ты типа меня изображаешь? Вот и оно. Родина исцеляющего света, родник лекарства, источник силы Рейкера. Это что, Фокон? Говорил же, она хочет скормить нас какому-нибудь гигантскому жуку. Или может она сама жук, а это какой-то внешний желудок или что-то в этом роде. Ты осознаешь, что это все очень странно? Дальше будет... Да что? О, дрянь. Надеюсь, только Драксу придется лезть в этот стрёмный кокон. Постылый пастух пополнил паству. Ёпта, ты кто такой? Подземный аквамен? Суетно и сподвижно. Назевай, борода! Какого... Ваша великая вина – вторжение, Веролом. Может, это волосатый Питер Квилл? Бессмысленно бить бога! Найди небытие, нарушитель. О, это он. Так, Злюка, давай, очнись. Нашел. Враждебное вероломство вижу. Страшилище из твоей башки раскуроченной. Порядок, народ, это он! Аарон Ведьма! Нет. Аарон Ведьма. Айден Войлок, Артур Аверлок. Адам Ворлок? Точно! Бог тот золотой! Стойте! Это его Рейкер назвал святой бутылкой? Круто выглядит, мертвяк. Сподвижники самодовольного священника. Что? Мы с Рейкером? Да сейчас! Мы шкуру с него хотим содрать. Видишь? Друзья. Угу. Ладно, здоровяк, вперед. Идем. Варианты с нашей гибелью в прошлом. Тесновато. Рейкер-стервец крышу галактики снес основательно. И друг наш нарвался. А вместо тебя у него юная синекожая модель. Но... Как насчет тебя? Мантис верит, что ты исцелишь Дракса. Прошлые пилюли – пагубная прихоть. Былая блажь, придется позабыть. Кто-нибудь понял, что он сказал? Он сказал нет. Просто принесу пользу, уйдя в унылое уединение. Не сейчас, золотце. Фрагменты надо объединить. Ближе подберемся и сложим пазл. То есть ближе. Очевидно, сюда. Эй, стоп, давай поговорим о... В рот мне хвост. Прямо как начало космической одиссеи. Добро пожаловать в астральное измерение, звездный храм. Мы телепортировались? О, нет, вы по-прежнему все там, со мной. Просто я слила ваше сознание. Чего слила? Я не давал добро, девица. Ей не нужно согласие. У нее на все, я почти уверена, то, судьба всей галактики, все. Вот только не надо дуться, божество ты наше. Вся эта история твоих золотых рук дело. И как это вообще понимать? Я думал, этот мужик поможет нам вылечить Дракса. Помощь и причина порой пересекаются. Тогда голова Дракса. Народ? Это что, Дракс? Я есть Крут. Нам нужно покопаться у Дракса в голове.
прямом смысле. Зеленый из люка где-то там. Отыщите его и убедите вернуться в реальный мир. Мантис, надеюсь, ты сейчас скажешь, что мы должны идти на свет. Почти наверняка. Вы должны добраться до самой сердцевины обещания Дракса. Так глубоко, что я этого еще ни разу не видела. Если ты не видела, то ни в одном будущем этого не происходит. Надеюсь, что нет. Главное, не останавливайтесь. Если связь прервется, слушайтесь Амома Волкмана. Это она про тебя. Очевидно. Ого. И это обещание Дракса? В моем было как-то повеселее. Это только его преддверие. Бедняжка застрял в нем, вновь и вновь переживая утрату семьи. Скорбь по семье снедает его спутника. А вот и наш уволень. Это было просто. Это лишь его эхо пушистик. Часть бедного злюки не прекратит копать, пока не смиритесь с тем, что именно... Вы ведь тоже это слышите, да? Нет. Танос. Ловите его! Следуй за ним, чистачок! Я не знаю, что дальше будет! Дракс! Прыгаем. Надеюсь, там внизу что-нибудь... Дракс? Это не Дракс. Танос. Что, Гамора? Дальше будут трогательные сцены? Ну, наконец-то. Вы так же готовы, как и я! Стреляйте! Так, давай посмотрим. Пятиствольный шквал. Хватай! Так, правда его убил? Якобы! Время вышло! Не так уж он и крут. Что-то не так. Законы земель застланы злом. Ладно, это что-то новенькое. Так ведь раньше не было, да? Будь так, злой, ладно. Грот, давай. Больше уродов, больше цели! Эй, Златовласка, помочь не хочешь? Вы противостоите призраку враждебную панику. Это значит нет! Спасибо, я догадался. Какими темпами нас скоро в кольцо возьмут? Его из спуски не пробьешь! С точки зрения Дракса, это скорее всего так и есть. Повторяете ошибку бедного злюка. Вам не продвинуться, пока вы не отступите. Он хотя бы медленно, еле попадает по мне. Но если попадет хоть раз... Ракета! Никого не жалеет! Поражение предначертано. Да-да-да, я понимаю, что поражение предначертано, но мне интересно, докуда это все может дойти. Выслушать предложение! Гляди в оба! Судьба сулит страдать! Да что это лобуна вообще знаком? Я не могу! Питер? Так, эй, что тут происходит? Это почему я видеть? Мы все еще живы. Мантис, мне кажется, мы сделали что-то. Но я не вижу Дракса. Мантис! Предсказательница не поможет. Здесь... О, супер! Ничуть не страшно. Стойте! Погоди, у меня зверек. Дракс, подожди! Так, а я хочу сюда. Мне кажется, здесь что-то должно быть поинтересней. На стенах тоже сплошные кольца, как на тех надгробиях. Вот он опять! Дракс, дружище, постой! Последователь пустоголов. Дракс, просто бегший в партии, подготовленный противник. Есть идеи получше, выкладывай. Даже если мы его догоним, дальше-то что? Я что-нибудь придумаю. Налево зайдем. Меня видно? Он не сдался. Слова слабы спасти. Ты только разглагольствуешь, а сам палец о палец не ударил. Сделан соучастником самообмана против пожеланий. Да я за вами, я за вами. Я просто смотрю. Эй, почему ты Думаю, может, какие-то секретные моменты есть?
Потому что я твой папа. Ты опять играла в мамином саду? Я охотилась. Носом в землю? Нет, я гналась. Я просто не успела. Лишь глупцы рвутся вперед. Охотник выждет, улучит момент. Дракс! Папа? Ты чего? Дракс, Камария, пора домой! Какого габуна? Да, зверек. Мама ждет. Искуситель изворотливый, выпусти на волю! Вот это твоя страна, он. Это еще что? Варените, не истребите источник, покуда я прокладываю. Они выходят из этих гнезд! Сейчас, похерячим гнезда. Народ, летучка! Зачем я это сделал опять случайно? Я искру! Точно! Похоже, им нравится, когда их взрывают. Но я должен признать, каждый раз, когда от них остается клякса, это выглядит красиво. Мы однозначно победим, Крилл! Не говорите мне про шансы, я смеюсь в лицо опасности. Да плевать на шансы. Я смеюсь в лицо опасности. Но наши шансы не так уж и плохи. В общем, я не отступлю и знаю, что вы тоже. Кто со мной? Почему? Что, настроение просто нуля? Почему? Так, ладно, ребят, погнали. Покажи им Гамора! Питер! Разберись со звездами! Да подожди, я разбираюсь. Так, ну-ка давай. Да подожди. Вижу следующее гнездо. Ой, выход, ракета! Второе! Блин. Удалось уплотиться, вас втянут внутрь! Остынь в руки! Все в порядке? Смотри, о чем ты. Кажется, мы знаем, что не подпускает нас к Драксу. Вы видели вместилище его воли? Та черная штука. Это ж... Жена Дракса. Я так думаю. Ховард. Значит, это его дом. Не спешили вы что-то? Только глупцы спешат. Любимый, идем же в дом. Давай. Дракс, брат. Глупо говорить с глухим. Не лезь, хорошо? Я разберусь. Да брось, бугай. Я знаю, ты слышишь. Не ходите за мной. Мы теряем его. Ты забыл меня? Звездный борт, помнишь? Мы все здесь. Ты сможешь побороть это, Дракс. Давай, здоровяк, не оставляй меня с Квиллом. Дракс, ужин стынет. Смирись, это не Ховард. Как бы ты ни хотел. Ты не знаешь, о чем просишь. Почему? Мы же отказались от такого. Вот чёрт! Опять 25. Это у нас вообще как в фильме «Начало», да? Мы с вами все глубже и глубже в подсознание. Так, ну-ка. Да блин, цепляй ее. Процессия!
А чё она не валится? Твой выход, Гамора! А теперь к делу! Хорош, Гамора. Так, мы наверх. Осторожно, пупок разрежется! Ещё три штучки тут их. Устрой нам салют, ракета! А в нас тоже были эти твари! Немного и все. Так, еще одна осталась, да? Теперь меч чистит от этой слизи. Покажи им, что ты можешь. Это было последнее. Данический хаос. Прекрати притворство. Эм, зажмурится. В нигде умять его. Может, это не так уж и плохо? По крайней мере, обещания тут не наблюдается. Это эхо эпох. Пространство пустоты. Ни слова не понял. Шаман недоделанный. Ладно, народ, рассредотачиваемся и ищем выход. Или вход. Ну, короче, что-нибудь. Умру в темной яме, проиграю пари. Пари было про один в темной яме. И если оба умрем, мне денег не видно. Дракс! Ну же, дружище, я знаю, ты меня слышишь. Это уже не смешно! Знаю, тебя обуревают темные мысли. Буквально! Но мы не сдадимся. Да, смотрите. Поверить не могу, у тебя получилось. Пошли. Он еще не совсем потерян. Я в этом уверен. Зачем вам все это? Забудьте обо мне. Доверься нам, Дракс. Мы хотим помочь. Уничтожив мой дом? Наивное неведение. Просто позорный принят. Сгинь ты, Шекспир. Мы сами тут. Да брось. И ты будешь торчать в этой дыре? Я бы сошел вглубь Сардута, чтобы быть с моей семьей. Дракс, милый. Пора за стол. Слушай, я не спорю. Сними твое сердце. Они для меня важнее всего. Моя Ховат была самой отважной спутницей на свете. Она была сам мир даже в военную пору. Невинная лань Камари. Девочка была так хрупка, хоть взяла все лучшее от нас. Они обе были. Они были. Питер Квилл, если моей семьи нет, что это передо мной? Не знаю. Они не живые. Это не к добру. Наваждение нам. Питаемое печалью. Без этого. С чем я останусь? Я не хочу быть снова один. Ты не один, друг. Мы с тобой. Мы все теряли близких. Тебе станет легче, если окружишь себя друзьями. Я есть Грут. Грут изъяснился слащаво. Сделай вид, что я перевел это. Мы команда. Папа? Все хорошо? Иди к нам, Дракс. Это не она.
Тебе больно, папа? Не молчи, милый. Мы с вами многое успели. Я ни о чем не сожалею. Любить и чтить я буду вас всегда. Ну что, здоровяк, порядок? Я в здравом уме, благодаря вам. Но я должен извиниться за свою оплошность. Эй, ничего ты не должен. Мы все не безгрешны. Это типа наша фишка. Что ты помнишь? Тьма сгущалась с каждой ложью, которую я принимал. Пока я оставался с семьей, уверенность в том, что я не уйду, укрепилась. Питер Квилл. Твое дитя в беде. Теперь я знаю, что это за боль. Мрак может поглотить ее полностью. Я не допущу. Действуем осторожно. На пути к ней целая толпа обращенных. Еще ботва-то черная. Объясните мне, как небритый бродяга не подавился, когда ее слопал? А вы заметили сходство между ними? Она доля души. У него во лбу, наверное, желтого камушка не хватает. В котором вон та жижа ёршик была. Я так думаю, да-да. Угу. Эй, Златовласка! Может, объясни, что тут только что произошло? Время вышло, ваше ведение второстепенно. Можно я в него стрельну? Ну, пожалуйста! Послушай, все мы сейчас в одной лодке. И драка предстоит нешуточная. Вообразите величие витающего в потьмах всемогущества. Кстати... Я страдал, стремясь искать смысл силы. Но на меня наткнулся Рейки. Соратники и старатели страдали недугом. Но, к несчастью, легко лечим. Корабль с больной командой случайно натыкается на того, кто может их вылечить. Соединились страдания и спасения, симптомы средства. Передо мной преклонялись, превозносили и почитали. Мы уже поняли, к чему все идет. Я еще не понял, к чему все идет. Сейчас будет самое страшное. Покуда паства преклонялась предо мной, я опознал невероятное наслаждение. Исия сказала: слабые слуги и их поклонение. Жалкие жертвы для насыщения. Высокомерие вызвало вожделение, позорная потребность по прозвищу Магус. Так, полюбопытствовать. Подожди, вот так, да. И что же ей было нужно? Полнейшее подчинение. Я тоже слышал ее голос и уже не мог слышать ничего. Преклонение, унижение. Слепой веры, поглощение. Я же говорила, это самое страшное. Стихия скверны, созданная семенем силы. Как камень души деградации достигнул, вознамерился вырвать венок. Вырвать? Но как? Рейкер разработал механизм. Из моего мозга машина заберет зерно зла,
и изгонит исток искажений. Ты позволил Рейкеру похитить твои сверхспособности. Потом он поступил подло, но в большой беде был ближе брата. Он обещал отделить святое от скверны и извести искажение из источника исцеления. Ну да, но куда отделить? Так, обвинить Рейкера, обвинить Орлока. Блин, не знаю, но... Давай вот так вот. Рейкер прекрасно понимал, на что идет. Он мастер-марионеточник. Морочит, манипулирует. Тьфу! Вот теперь и я заразился. На заблудшего злиться зря. Опасный опыт обоих почти погубил. Тогда как ты объяснишь, что твой кореш загробастал себе этот камень и теперь прибирает к рукам всю галактику? Не могу. Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос. Когда я отверг свое обещание, я очутился в обещании Ники. Там была Карел. Она пыталась мне что-то показать. Тому, что показывает обещание, верить нельзя. Это было не то же самое, я это почувствовал. Мы с ней перенеслись в зону, и она показала мне этого Магуса. Я видел, как он оплел Ники и... Видел, как он убил Кара. Ты сам себя слышишь? Как она могла тебе что-то показать, если была уже мертва? Вполне возможно. Ее сущность сцепилась с камнем души. С дочерью. Так, поговорить о Нике. Да, она так и сказала. Что они втроем как-то связаны. Сказала, что Ники должна смириться с ее смертью. Магус мучает, манипулирует мыслью, питается последовательно. И кажется, ему все мало. Он никогда не насытится. Берет в себя всю вселенную. Это какой же нужен план, чтобы его остановить? Причем план нам нужен как можно скорее, а то уже светает. Магус манипулирует матриархом, питается поклонением. Следует сломить их связь. Так значит, Ники что-то типа главного вампира? Если исцелить ее, это освободит всех остальных? Да что ж ты сразу не сказал? Так, шаг первый. Отыскать Ники. Шаг второй. Убедить ее, что мамочку оживить не получится. Шаг третий. Забрать у нее камень и надрать задницу этому Магусу. Удивительная уверенность в успехе. Да уж, Квилл у нас мистер Позитив. Прям до тошноты. Для колдуна камень и каналы кандалы. Если он слился с ее сознанием, разделив, рискуем разрушить разум ребенка. Мы этого не допустим. Не хочу вас обламывать, но как именно мы собираемся найти девчонку? В каком смысле? Какого? Вот вмять. А вмять. Захватили Кару. Перемещаясь куда угодно, они обратят любого. Ну, долго нам искать не пришлось, судя по всему. Глава 12. Бегом на забвение. Сейчас. Подозреваю, что ты с нами не пойдешь. Это мой народ. Кто-то выживет, если останусь. Тогда и мы остаемся. Идите. Я буду там, где нужна, в нужное время. Надеюсь. Она классная. Да верьте же мне! Не вздумай тут погибнуть. Я только начал тебя понимать. Сел бы ты уже, золотой мой. Ты меня нервируешь. Пройдусь потом по новой. Что я сделал-то? Этот поспешный план просто примитивен и плох. Мастер манипуляции Мантис. Она знает, что делает. Обычно. Ох, горе горькое, бесцельно болтаться с бездарными балбесами.
Это он что, про нас. Занял мою каюту? Не тявка, не гавка от Космо. Грот будет пробиваться. А где мистер Витиеватость? Он выжил Питера Квилла из каюты. Довольно дерзкая демонстрация доминации. Только не начинай. Иной раз я бы сказал, ну и фиг с ним, но он нужен. Да, бегом, уладь это, Квилл. Ты старайся не бесить его. В смысле, еще сильней. Если дойдет до битвы насмерть, я тебе воздам хвалу. Свои пушки мне завещай. Не уверена, что победит Питер. В прошлый раз потребовались усилия всех пятерых. До сих пор не верится, что он поймал мою бомбу. Вот так просто. Так, поговорить с Ворлоком или отправляться на забвение? Я предлагаю сразу отправляться. Я помню, как разговоры с ним такое себе удовольствие. Они поглотили мою душу, а потом, как вы меня отыскали. Ты многое пропустил. Ба-ба-бам. Теперь понятно, вот мы и вернулись. Не связаться с Космо. Если не ответишь, нас сотрут в порошок. Переговоры я возьму на себя. Ладно, валяй. Приветствую, путник. Вы вняли правде ее божественного обещания? Мы вняли. Мои почившие жена и дочь со мной. Я благодарю матриарха за дар. Ага. Да сбудется обещание. Даем вам посадку на космодроме. Нормально, нормально. Забвение. Горнодобывающий и торговый пост. Все эти бары, букмекерские конторы. И лапшичные. Может, все не так плохо, как кажется? Я думаю, будет хуже. Райкер разводит речь, а мы мнемся и мешкаем. Сажусь как могу, золотой мой. Что за мять? Класс! Парень испуганно возомнил себя бабочкой. Он человек действия. Хорошо бы он отвлек церковь, пока мы будем искать Ники. Крепыш, вот не думал, что ты сможешь так заговорить охранников. Я сведущ в военных хитростях. Чтобы добраться до коры континуума и спасти Ники, одной хитрости мало. Особенно учитывая, что золото отправилось в самоволку. Может, нам это? Поискать его? У нас мало времени. Если хотим спасти девочку, нам нельзя отвлекаться. Дракс прав. Будем надеяться, что Ворлок и сам по себе сможет принести пользу. Лама, ты привет. Тут приглядывай за Милана, ладно? Чтоб нам было куда возвращаться. Давай тебя погладим, а тут одна здесь тусуешься. Да. Все, ребята, мы готовы. Ну, понесли. Идем спасать Ники. Питер. Хорошо. Без паники. Я с ними разберусь. Ну как я? Мы? Мы же все-таки команда. Приветствуем, путники. Вы прибыли узреть исполнение? Чего узреть? Осуществление обещания матриарха. Рождение нового мира. Без смерти, боли и страха. Вы что, не в курсе? Вы не прошли проверку и инструктаж? Что? Конечно, прошли. И вы не слышали об исполнении? Что-то не так. Остановите этих еретиков! В атаку! Да подожди, не торопись. Ты доступна новая суперспособность «Гнев Катата».
Мы сейчас ее проверим в деле. Так, давай, гнев Катата. О, неплохой гнев. Смотри, она там шинкует. Неплохо. Так, ракета, давай теперь ты. Дракс, давай, давай, давай. Руби на кусочки. Покажи им ракету. Исключительная красота, я бы сказал. Так, подождите, подождите. Не готовься к смерти. Готово? Нет, еще нет. Да-да, хватит выделываться. Ой, хорош, хорош, хорош. Так, подождите, здесь во время заставки еще я увидел, вон тут штучку интересную. Мне нужно посмотреть, как туда добраться. Не зачем задерживаться, доберемся до коры и спасем Ники. Так что подождите, ребята, это важно. Разлом — это просто край вселенной, дружище. Не вижу, как он может быть тут замешан. Хорош. Так, сначала костюм. Дракс. Не знаю. Императив Таноса. Ну, нет, такой Дракс мне точно не нравится. Если обещание осуществится здесь, сюда должны слететься все обращенные. Неужели мы единственные прибывшие? Вот внять! Они обесточили башню Космо. Я есть путь. Да потому что такого никогда раньше и не было. Вы заметили, что среди тех, кто по нам палил, были парни из охраны? Это очень скверный знак. Я никогда не был фанатом этой псины, но запасной телепат нам бы сейчас пригодился. Наша задача — спасти них. Будет обидно, если Космо поведется на это обещание. Говорили на Ламентисе, вылечим ее, вылечим остальных. Как-то уже не хочется смотреть, во что они превратили рынок. Мы и так это видели, когда прилетели. Да, но это будет вблизи. Забвение и раньше казалось отстойным местечком, но... Только гляньте! Сколько их тут? Я думал, большинство местных на это обещание забьет. Всем хочется чего-то, чего у них нет. Да, но местное жилье никогда бы не купилось. Ну, не знаю, Ракета. Гамора правильно говорит, всем всегда чего-то хочется. У церковников индивидуальный подход к каждому. И большинство местных перед таким бы не устояло. Особенно под прицелом. Устоишь тут. Да тут все заставлено их аккумуляторами веры. Как на Надежде Халлы. Постарайтесь не выдать себя. Подожди, но не получится не выдать себя. Они не боятся смерти. Выписывают две таблетки от Полина. Блин, я тут застрял. Да, ребят, я не могу бежать. Нам стоит лучше подготовиться. Готовы и не бывай. Чем глубже, тем больше аккумуляторов. Спорю на 100 юнитов, что это связано. Блин, ну как я могу вот вообще находить вот эти вот точки? Скажите мне, пожалуйста. Так, проворные ручки выполнены по заказу. Я удивлена, что церковь Тиван Групп, художник. Данный момент разрушена. Блин, а как мне выбраться теперь отсюда? Церковников разрастаются с каждым тактом. Они легко могли пробить оборону. А нас-то всего пятеро. Молодец, здоровяк! Прям воодушевил!
Да, вам кажется? А я не могу отсюда выбраться. Ладно. О, отлично. Мы перезашли, нас разбаговало. Так. А это, судя по всему, для меня работенка, да? Сомнительно. Это были сплошные мошенники. Большинство были карманниками и скупщиками краденого. Полезные знакомства, между прочим. О, прикольный костюм. Контрабандист. Да, давай, наверное, мы из тебя сделаем контрабандиста. Почему бы и нет? Мне кажется, тебе пойдет. Так, ну-ка. Да. Да, это у нас будешь зелененький, красивенький. Так, а где я застрял-то вообще, по идее? Застрял я где-то у шариков. Вот они, шарики. Сюда мы больше не пойдем. Так, а куда нам надо? Когда все закончится, поведаем об этом приключении Рапсоду. Кому? Это хранители кататианских преданий. Они сложат о нас легенды. Так, а чё нам, куда нам? А, вот сюда нам? А может, надуем их еще раз? Сделаем вид, что мы все... Сюда! Кажется, тут можно пролезть. Кажется, мы недалеко от бара у Мантла. Видишь его? Вроде нет. Мусор обзор закрывает. Питер! Не сработало. Под хвост все это. Я пошел. В этой стене нет прохода. А за ней, небось, еще и полно психов прячется. Верно. Так, Питер, надо разведать ту сторону. Гамора, что? Давай разведаем. Почему я? А разве не ты тут главный? Гамора, теперь тут есть куда вставить твой меч. Подсадишь? Надеюсь, не сорвется. У меня был здесь знакомый. Ах ты ж хвост! Только не умахло! Ты это видишь? Теперь они меня реально разозлили. Питер, давай уже! Я знаю, ты очень любил этот бар. Это было единственное спокойное место во всей галактике. Ну, не считая пьяных потасовок, облав и охотников за головами. Мы еще успеем его помянуть, а сейчас нам нужно двигаться. Я удивлена, что церковникам удалось захватить кору. Раньше она мощно охранялась. Нет, пес просто переоценил своих охранников. Церковников разрастаются с каждым тактом. Они легко могли пробить оборону. А нас-то всего пятеро. Так, ладно. Надо расчистить другим проход. Да я понял, ты мне скажи как. Здесь как будто бы толкнуть надо, но она как будто бы не работает, да? Так, обзор Эгги. Так-то лучше. Дорогой читатель, вот тебе причина, по которой я являюсь на забвение. Так, ну это долго. Это долго, это много. Я пытался толкать, не выходит. Так, а, подожди. Мы же с этой стороны расчищаем, да? Как Златовласка выпрыгнул с нашего корабля, его нигде не было видно. Найдется. Небось, разбился в лепешку где-нибудь в Нижнем городе. Или напоролся на патруль обращенных. А может, вообще наврал нам на то, что он на нашей стороне. Теперь ждет, чтобы на нас напасть. А кой нам вообще сдался Златовласка? И без него прекрасно обходились. Без него Магус едва не пожрал мою душу. С твоей памятью что-то не так. Только Ворлок остановит космомагический ритуал Магуса. Питер Квилл, впереди противник. Подожди, а я куда выпал? Здесь же раньше стояла Империя Чудес. Церковники ее что, разрушили? Сомневаюсь. Думаю, коллекционер просто свалил, как только тут запахло жареным. Прежде чем запахло жареным, поговаривают, он предвидит будущее. Да ну, меня он в таком случае точно не предвидел. Когда я у него круто вызволил. Да ладно тебе, прям герой.
Да, не успел. Похоже, церковники не хотят, чтобы мы сюда совались. Впереди опасность. Приготовьтесь. Там, видимо, было что-то тайное и секретное. Осторожно, Питер. Парни, гляньте. Ничего себе там свет. Ты думаешь, это их вмятское исполнение? Может, просто проводка искрит? Что вы не задумали, эти психоэнергии дожрет немерено. Может, за счет этого они добрались до Ламентиса? Не, корабль с этим справилась одной левой. Ники держала в руке камень души Ворлока. Вдруг он к ней прирос, а Рейкер пытается его удалить. Ха, как в свое время... Давай потом поболтаем, что ты вернулся-то? Девочка могла почувствовать в нем зло и потребовала повторить процедуру. Или Рейкеру она больше не нужна, и он хочет сам заполучить камень. Нужно попасть в Нижний город, найти девочку и помешать их замыслу. Ожидая, что нам будут пытаться помешать. Обращенные готовы на все, чтобы вернуть дорогих им умерших. В чем есть определенная ирония. Так. Назад. Так, там вон есть детальки какие-то, но не знаю, насколько они мне нужны. Мы вроде бы и так справляемся. Меня вдохновляет слаженность нашего взаимодействия. Мы сделали с грозной командой. Верно подмечено, Дракс. Прямо та большая, дружная вмятская семья. Зачем тебе этот хлам? Она не хлам. Узрите мощь ее света! Фая маньяки! Нет! Стражи Галактики! Спасайте верных и доложите великому объединителю! И сравнению ничто не должно помешать! Так, ладно, сейчас мы вас размотаем, засранцы. Они на подходе! Ну вот, это отсидело с катушек! Амора! Подожди нас! Ракета! Покрывай! Я тут всех сломлю! Пытался привести его в чувство. Это нужно, это заслужили. Не бывает еще. Хотя бы помешали жрецу делать, что бы это ни было. Он приобщал их к обещанию. Сорви! Так, Дракс, нам, наверное, сюда, да, надо? Летучий церковник показывает нам свои фокусы! Так, а летучего церковника надо вырубить, извините меня, конечно. Так, подожди, давай вот так.
Тяни к себе! Давай, за дело! Ложись со мной! Не знать! Может, тебя скупили? Наши враги смеются, когда шаман им приказывает! Блин, он вообще непробиваемый какой-то. Вы хотя бы помешали жрецу делать, что бы это ни было. Нет, не помешали! Так, вот так уже получше. Ну-ка, Дракс, давай. Камбушечку ему. Что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? Да, злая она сегодня. Все супер? Лучше не бывает. Да, абсолютно не супер. Гамора, стой, да подожди ты! Чего? Пока принесут в жертву других детей во имя Рейкера и его в медцеркви? Нет, конечно нет, ты... Я что, Питер? Не знаю. Выдохни. С каждой минутой бездействия мы не имеем права выдыхать. Я знаю, Рейкер всколыхнул детские травмы. Да при чем здесь Танос? Дело в Нике. И в том, что эти Рейкеры и Таносы губят девочек вроде нее. И меня. Моей сестры. И если бы я смогла защитить Небулу, может быть... Может, она бы не умерла. Стоп. Что? Небулы нет? Как? Кому? Ответь, кому я должен пожать его разящую руку? Мне жми. Ты убила сестру? Это ее ты видела в обещании матриарха. Так я поняла, что это ложь. Ту Небулу, что я знала, трансформировали в некого злобного, мстительного монстра. Остановить ее могла лишь я, больше никто. Я остановила. Но я не рассчитывала, что выживу сама. Нам ты не сказала ни слова. Какое шикарное начало для разговора. Здрасте, я Гамора. Я замочила сестру. Надеюсь, подружимся. Разумеется, нет. Разве можно дружить с монстром? Вы бы не взяли меня в команду. А эта команда... Мне вообще-то нравится, если подумать. Ну, я ненавижу Небулу, так что я бы... Что? Это все равно ничего не меняет. Вообще-то это меняет все. Опаснейшая женщина галактики призналась, что любит нас. Это не так. Не так. Ты сказала, что без ума от нас, сразу после убийства сестры. Я сказала, мне нравится команда. Это кататианское определение любви. Ценю, я вас ценю. Может, закроем тему? Идиот, а то любовь сейчас польется через край. Да, теперь будет ее подкалывать. Ты принята, Гамора Цанхобери. По-моему, нас поженили. Это невыносимо. Ну вот, похоже, все мы перевели дыхание. Теперь разберемся с чокнутым заводилой. Да. Так, давайте разматывать. Доступна новая суперспособность «Палач». Читать мы не будем, мы сразу проверим. О! И сказала Гамора, что будет больно.
Не, ну не сказать, что супер, конечно, но о. А вот этот черныш мне нравится, Дракс, давай. Хорош. Так, Гамора, давай. Сейчас мы все силы на него потратим слегка. Воу. Так, Дракс, давай. Херани его там чуть-чуть. Так, ладно. Немножко поливайки включим. Знаешь, что делать, Гамора? Воу! Умри! Да почему их так много? Может, они знают, что мы берем? Ты выходишь в поцарапали! Звери кончаются конечности! Где они взяли столько дуболом? Короче, кто знает, сколько еще они могут сюда доставить? Нам нужно вывести ее из строя. Надо добраться до моста. Сократим через башню Космо. Так, я не против, но... Куда мне? Вот куда-то сюда. Подожди, а это что такое? Нам нужно приготовиться к прибытию великого объединителя. Я уже более чем готова. Да, это странная штука. Так. Мне нужно куда-то туда. Зачем они вечно все перегораживают? Потому что знают, что мы здесь. Нужно искать другой проход к мосту. Так, а мне показывают куда-то сюда. Знаете, я раньше терпеть не мог, когда на меня светил этот прожектор. А теперь мне его даже не хватает. Не знал, что ты так сентиментален. Утопая, многое понимаешь. Взрывоопасная цистерна. Спасибо, да, да, да. Так, ребята. В итоге мне куда-то сюда он вообще показывает. Гамора, это значит... Да ладно, это же в ее биографии самое интересное место. Не то? Не так? А я хочу вот сюда? Блин, там как будто бы можно. Там костюм вон чей-то лежит. Нет, не хочет, ладно. Трудно было не заметить. Как думаете, он таким родился или церковники с его головой намудрили? А, подожди, может мне подтянуть ее можно? Ну-ка. Нет? Так, а ребята у меня где вообще? А где все? А, вон они. Не перепрыгнуть. Может сделать мост? Слово «мост» уже начинает восприниматься как выдуманное. Все слова кто-то выдумал. Дракс. Давно хотел что-нибудь опрокинуть. Блин, а как туда попасть бы? Было бы прикольно. Серьезно? Силовое поле? Найдем источник энергии, сможем его отключить. Так давайте поищем. Давайте.
Так, а мне вообще нужно куда нужно? Питание, Квилл. Да я понимаю, что нужно. Я просто смотрю варианты, где бы что бы разломать. Ты так. Да, питание? Да, 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 да. Я уже в процессе, подожди. Отлично, Питер. Вперед! Нужно уходить, пока не появился Рейкер. Так, теперь вперед! Ноги в руки! Сейчас не. Оу! Ну что начинается опять? Стражи Галактики. Да. Матриарх эту станцию выбрал, чтобы свершить исполнение. И вам ее не остановить. Она ничего не выбирала. Это ты всегда ею манипулировал. Она есть свет. А я всего лишь служу ей. Трудно же быть светом, когда в тебе сидит эта темная тварь. Кощунство! Пусть вы отвергли ее обещание, но вы поверите, когда оно вырвет вас из цепких когтей смерти! Здрасте. Боль бросает в болото безумия. Нет. Да. Не может быть. Я видел, ты умер. Форма фиктивна. Основа остается обязательна. Отступись от обманчивой колесицы, пока не подрос погибельный плод. Погибельный? Так, ну у нас с вами своя война, да? Давайте сразу на вот этого парнишку. Так, ракета, давай. Пулемет еще свой заряжай. Сейчас, подожди, сократим. Из-за того, который в халате, остальных сложнее убить. Надо немедленно остановить этого церковника. Создатель ждет тебя. Вы только не упадите! У меня реактивные ботинки, забыла! Ну вот, а вы боялись. Мы приближаемся к башне пса. Мы почти на полпути. Так, а как нам перебраться? Нам нужна передышка, Кросс. Конечно, в прошлый раз было проще добраться. Отсюда доберемся до моста, как в чехарде. Это просто делайте, как я. Это вратья ждет меня. Смотрите, что на маске смотрите никак не закончат. Надеюсь, разговоры о божественности не трем. Так, подожди. А я не пролетаю тут. Гамора, три главный щит! Молодец! Обнаружишь еще снайперов, оставь одного мне! Не обещаю! Моя великая сила не используется! Давайте, давайте, ребята! Так, нам надо добраться до лифта! О-о-о-о-о-о! Вот это я, конечно, дал маху! Мы приближаемся к башне пса! Держись, Ники! Мы в пути! Давай, труби! Тебе с нами не сладить! Хорош! Сейчас! И хоть раз бы пересечь этот мост спокойно! Давай, 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 давай! Заливаем! Да почему же у вас так много, алло?
Так, Дракс. Точнее, Грут. Давайте, давайте, мне нужно немножко передышки, ребята. Пацаны. Да. Буквально секундочку. Так, давай, вот так. О, хорошо. Я чуть не окочурился. Так. Ты у нас главнюк, я так понимаю, да? Быстрее, ближе. Хорош. Поэтому ты в него стрелял? Да, классно ж получилось. Прямо в зад. Видел его взгляд? Он славно говорил. О, моя золотая задница. Царственный зад. Его совершенный тыл. Его... Геройские булки. Так, а нам вообще куда? Сюда куда-то? Так, а нам куда? Вы только не упадите! У меня реактивные ботинки, забыла! Нет, я могу, конечно, вот так сделать, да? Слишком близко! Покромцаю! Держись подальше от края! Крошу их в объятия! Ты знаешь, что делать, Дракс! Ты знаешь, что делать, ракета! Похоже, золотце пережил тот прыжок! Клянусь, если Уорлок убьет Рейгера прежде, чем мне выпадет шанс! Настолько жив, как будто тут все затмение собралось! Так, пока ладно, думают, давай вот так закончить. Вот попробуем. Ну как там они это называют? Мне так нравится! Блин, у нас там летун. Больно, Гамора! Сейчас устрою! Чем всегда там покончено. Это ну ты это заслужил. Один физик из корпуса нового готов. Так, нам нужно наверх. Сейчас. Еще и корпус нового. Эти солдаты опаснее места, я куда. Это Крил. Напусти меня на этих тупцов. Готов. Так, а нам что, обойти как-то надо, да? Держись, Ники! Мы в пути! Подожди, я думал, что нам надо обойти, но нет. Ты большая мишень! Вот почему! Гамора, вперед! Вовремя! Похоже, золотце пережил тот прыжок! Блин, а почему я не могу? Наконец-то! Вроде они выдыхаются. Вовремя! Ведь мы не можем вернуться на мост! Я знаю, где мы! Так, а нам нужно куда-то сюда. С мостом, ведущим к космо. Где? Должна быть... прямо под нами. Эта бойня навевает неприятные воспоминания о тех мирах, которые я разрушил. Мне всегда было интересно, а как ты их разум... Нам нужно попасть на ту сторону. Сверху не перелезть. Как насчет снизу? Так, опять ваши приколы, да? Давай снизу. Что такого особенного в Златовласке? Да, он силен, но что такое сила перед невероятной огневой мощью? Путь вниз готов. Смотрите, они не так закончат. Хотя бы наш побеждает. Да еще не факт.
Так, дальше нам куда? О, ну ладно. Гамора, непринужденное убийство. Я с радостью отправлю его внутрь. Кайфульки. Погулять. Кто-нибудь видит, как перебраться? Я из груд. У нас ничего не выйдет, пока тут торчит этот знак Квилл. Так, подожди, с этим знаком я возможно, разберусь. Возможно, стоит вызвать корабль, чтобы добраться до места назначения. Нам точно не дадут приземлиться рядом с вечеринкой. Ба-ба-ба-бум, детка! Как-то рекламе сегодня с нами не везет. Будто нам надо еще одно напоминание купить Калекс. Всегда знал, что на забвение однажды нападут. Но не ожидал, что так. Думал, этим займутся миросознание. В их рядах есть обращенные из корпуса. Ты не сильно ошибся. Космо, небось, стольких подкупил, чтобы здесь не было скучно. Ты в меня шутите, что ли? Да-да, это я. Бывает такое. Так, здесь что? Здесь куда? Непонятно. Грот считает, мы станем королями забвения, если спасем его. Мы так близко. Ребята, а куда нам? А, возможно, электричеством? Как нам упустить эту штуку? Есть варианты? Какой под хвост ставит панель управления с одной стороны? Так, структурная уязвимость. Да, стой ты. Почему ты постоянно прыгаешь туда? Так, но я не могу ничего если сделать. Я могу туда попасть. А, полагаю, Грут давай. Не знает дороги в обход. Если бы я попал на ту сторону, я бы взломал эту штуку и опустил бы мост. Если бы ты попал на ту сторону, то и мы могли бы попасть на ту сторону. Ой, швыряйте. Что? Швыряйте. Пусть Крепыш закинет меня на ту сторону. Ты шутишь? Помнишь, что было в прошлый раз? Сейчас все по-другому. Вы все... Короче, я вам верю. Не мешайтесь! Хорошо, это не ракета. Вы ценный член этой команды, а не метательный снаряд. Меня беспокоит этот ритуал. И то, что произойдет, если мы его не остановим. Вряд ли покойники вернутся с того света, держась за руки и размахивая хвостами. Об этом не стоит беспокоиться. Я знаю, что смогу достучаться до Ники. Это же все Рейкер, а не она. Я тоже ее не брошу. Как и я. Ага, как и великий уморитель. Он об этом пожалеет. Как же тупые эти подхвосты, чтобы клюнуть на эту чушь с испражнением. Магус жаждет поклонения. Он погружает тебя в мерзкую иллюзию и кормится твоей душой. И я ощутил это в своем обещании. Бесконечный голод. О, мой хвост! Этот цвет не вел к коре. Это и есть кора. Как псина это допустила? Вот и спроси у него. Это плохо кончится. Нам надо его спасти. Нужно спуститься туда! Мне Космо очень сильно нравится. Валите от моей собаки! Разберись здесь! Вот так вот! Покажи свои волшебные палочки! Нельзя подпускать их в космос! Немедленно рубите их! Так, пацаны. Народ, летучка! Нам нужно собраться. Их натиск сложно сдержать. Они настойчивы. Он прав, Квилл. Мы в тяжелом положении. Стоит отвернуться, эти подхвост уже в двух шагах от меня. Так, мы упустим победу, если засмотримся на красоту. Пусть подходит хоть на шаг, нам проще. Ну и пусть эти уроды подходят. Я не против, сами роют себе могилу. Мы деремся грязно. Притворитесь, что падаете, а затем снесите им голову. Кто со мной? Сегодня имя не разрушайте! Точку! Да, немножко странновато, сделай конечно, это было. Рут, хватай! Почему ты не используешь свою силу? Отвлекай их, пока он не пришел в себя! Не позволят пинать собак на моих глазах! А с
Особенно это. Так, Дракс, давай. Пришпиль его. Грут, давай. Гамора, вперед. Ракета, пожалуйста. Так, добивочка. У него заряд кончился. Не зевай, навались. Нам нужна передышка, Грут. Нам нужно спасти Космо. Воу. Держитесь подальше от сомнения под хвост. Так. Бежим. Вперед, Дракс. Нельзя подпускать самосу! Не мешкайте, рубите их! Да не мешкаем, не мешкаем, подожди. Космо, ты должен прийти в себя! Скажись, что ты гаснулся! Неприятно мысль о победе над этим подлым устройством! Так давайте как-нибудь его расколем! А вот и все, вот он и готов. Спасение его хвоста! И остальных частей! Ты кого там пытаешься? Так вот что называется духовным опытом. Эй, ну ты что? Даже не вздумай. Он теперь с ними. Он наш друг. Да, как и Дракс. Но я не полезу в башку этого блохастого. Может быть, и не придется. Эй, братец, ты... Кончайте с ним, пока не поздно. Стойте! Он все еще там, я его слышу. Я только лай слышу. Соберись с мыслями, он там. Ай, да грохну тебе эту шавку. Нет! Тихо, брат. Друзья, помнишь? Это Петр Квилл? Но с Космо никогда не ушел. Да, приятель. Это Квилл. Это все мы. Где это? Космо чует? Запах? Забвение? Где еще нам быть, мозг мохнатый? Его мозг в тумане. Или он всего лишь пес? Он нас не видит. Он все еще в обещании. Космо, где ты? Что видишь? Синее небо. Можно гнаться за машинами. Космо опять у себя. Дом. Родной мой. Дом. Он говорит о земле. Запах свежей травы. Ощущение почвы под лапами. Никаких сверхспособностей. Ходи себе на прогулки. Да за мячиком бегай. Если тоскуешь по родной планете, почему ты не можешь вернуться? Зачем теперь мне это? По той же причине Кататиане не возвращается. Забвение — твой дом. Прямо здесь, сейчас. Забвение — ничто. Башка с мусорной шахты. Ты преуменьшаешь. Это особое место. Я есть Грут. Встретились это, когда я спас твою кору? Да, здесь. И правда, после Земли забвение стало местом, где Космо не чувствовал себя бродячим. Впервые Космо забыл о том, что потерял. Для отщепенцев, как мы, это райский, как... Ну, кущи. Это дом. Земля лишь камень, откуда ты родом. Дело не в камне, а в том, что у Космо там было. Сон в изножьей кровати, почесывание живота, ошейник с именем. Тебе нравится быть собственностью? Космо не собственность. Он член семьи. Но однажды семьи не стало. Люди в костюмах послали Космо в космос. Космо множество собачьих лет искал своих.
Но нет. У тебя были хозяева, и походу они тебя кинули. Забыл о щенках своих, Космо. Они твоя семья. Юный Космо сейчас. Они здесь, пес. И полагаются на тебя. На любовь. На твою защиту. Но люди зовут Космо к ноге. Он должен быть верным. Ты нужен щенкам, а не людям. Будь верен им. Не бросай их в космосе, как бросили тебя. Космо бы ни за что. Но ты бросил. Они ведь на забвении. Может, нуждаются в помощи. Да брось, Космо. Ты не чуешь, как это скверно пахнет. Пётр Квилл прав. Люди Космо не пахнут. Они опасное наваждение. Покусай их как можно больнее. Скиньте! Космо раскусил вашу мощь! Молодец, дружок, так и... Забвение теперь дом Космо. Его семья — щенки. Он их защитит любой ценой. За ними, пёс! Поможем ему? Вдруг он нам пригодится? Я оптимист, зверь поправится. Космо занят своим делом, мы своим. Так что вперед на кору. С ним все будет в порядке? У него толстая шкура. В общем, после нашего с Грутом отпуска у меня остались коды доступа. А, когда вы кинули команду? Ну обязательно быть таким... Мяч! Мяч, хвост ему в уши! Фу! Космо сменил коды? Похоже. Ладно, давайте найдем другой способ попасть туда. Возможно, ты некорректно ввел код. Я тоже совершал такую ошибку. Твоими-то сардельками. Неудивительно. А эти ловкие пальцы не ошибаются. Да, но мы с вами обязательно туда попадем, но уже в следующей серии. Спасибо, дорогой друг, что смотрел. Не забывай подписываться, ставить лайки, комментировать. Всего тебе хорошего. Как тебе удается не ломать кости, пробиваясь через все подряд? У Кататьян крепкие кости.